Уже на протяжении 23 лет Республика Молдова сотрудничает с Бельгией на политическом и экономическом уровне. Чтобы запечатлеть столь значимую дату для обоих государств, посольство Бельгии в Молдове организовало вечер под названием «День Бельгии в Республике Молдова». Отношения с Бельгией представляют особый интерес для нашей страны. И с каждым годом сотрудничество открывает новые пути развития экономики нашего государства. Если рассматривать производство в Республике Молдова, то в стране уже действуют 44 бельгийские компании, которые с каждым годом растут и расширяются. Например, компания Alpha Industries уже 15 лет действует в Молдове и производит товар на экспорт. В основном все компании, финансируемые Бельгией, находящиеся в Молдове, производят товар на экспорт, и его можно найти на прилавках любого магазина в Европе. Производство велосипедов для экспорта в Европейский Союз находится в Молдове. В Унгенах находится один из крупнейших производителей пряжи. Также в Молдове производится металл на экспорт. Были открыты множество колл-центров, которые предоставляют рабочие места для молодежи. В день приезда посла Венгрии в Молдове с резиденцией в Румынии также был проведен круглый стол в Министерстве здравоохранения, на котором обсуждались новшества и были внесены коррективы к грядущему крупному проекту развития медицины у нас в стране. У нас сегодня была очень хорошая возможность с господином послом Филипп Беке иметь встречу в Министерстве здравоохранения. В течение полудня мы участвовали в одном очень важном круглом столе по сотрудничеству между Бельгией и Республикой Молдова в области здравоохранения. У нас есть начатые проекты в течение последних лет, проекты, которые внедряются совместно между нашими странами, установление новых медицинских услуг на уровне местном уровне, на уровне деревень, районов, поближе к населению, таких услуг, которые в Бельгии очень хорошо внедряются и есть возможности финансирования со стороны различных структур, участие многопрофильного и многопланового участия различных институтов государства как на центральном уровне Минздрава, так и на уровне местных властей, страховых компаний, неправительственных организаций, иностранных структур, то есть всех тех, которые хотят, чтобы были более качественные и более близкие к народу такие виды услуг. На мероприятии также можно было встретить множество предпринимателей, которые на протяжении долгого периода инвестируют в сельское хозяйство республики. Первые инвестиции в данную компанию произошли в 2000 году. И компания здесь находится уже, считайте, 15 лет. И вся эволюция нашего рынка в данной области практически данная компания прошла через данную эволюцию. На данный момент в данной области в мясоперерабатывающей промышленности это самое крупное предприятие Farmed Group. У нас около 650 рабочих мест, так как Farmed Group это не только мясоперерабатывающее производство, это и три фермы. Две свинофермы и одно недавно вот в Гаргееве мы открыли птицеферму. И также очень много сельских угодий, непосредственно выращивание кормов. Бельгия нацелена на многостороннее сотрудничество, поскольку главные вызовы 21 века не ограничены национальными или региональными границами, а нацелены на сотрудничество в глобальном плане. Бельгия очень похожа. Это две маленькие страны, географически расположены между, скажем так, они расположены между Францией и Германией, да, мы расположены между такими западными и восточными. Также это сельскохозяйственные страны, как и Бельгия, как и Молдавия. Менталитет у нас очень похожий, потому что в Бельгии очень много языков. И это страна с наибольшим количеством присутствия национальностей. И я считаю, что у нас очень много похожего с Бельгией. Это гибкость менталитета. И как говорят многие бельгийцы, что мы должны праздновать тот факт, что мы и не такие, мы разные, потому что у нас есть присутствие разных культур, которые делают нас богаче. Бельгия на данный момент является одним из процветающих государств Европейского Союза, которое отличается довольно высоким уровнем жизни. Поэтому сотрудничество с данным государством может помочь перейти Молдове на новый уровень экономического развития.
Сотрудничество двух государств способствует росту как на промышленном, так и на сельскохозяйственном уровне. На данный момент отношения между Бельгией и Республикой Молдова укрепились, и готовятся новые проекты для коллаборирования двух стран.